убегать от кого-нибудь. И не успеем сюда зайти, забежать. Блин, нахрена патроны покупал? Блин, да они издеваются. Я тут сколько? 4 получается. 24 патрона. Ё-моё. Еще целый силовой узел, наверное, купил. Даже не один. Да я и сейчас могу себе это позволить. Так, тут у нас, я так, большой, что ли? Зона невесомости. Да, зона невесомости. Сейчас будут эти либо ползучие твари, либо мелкие. Тут другого не дано. Так, ну что? Че, не как-то? Ага. Вот оно что. Ой, какой тоннель. Ну, я говорю, ползучий. Очень крутой тоннельчик. Слишком уж он стрёмный. Блин, вот нафига нам этот силовой блок? Вот, черномазый, давай. Да, они покруче чуть-чуть. Их броню не так просто пробить. А ждать, пока они там щупальца свои раскроют. Особенно, если они тут не одни, задолбаешься. Так, я хоть туда бегу-то? Считаю, уже заплутал тут. Может, я развернулся как-то незаметно. Так, тут надо быть прыгать. Или нет? По сути, да, но да, есть. Как будто в трубе из-под пылесоса находимся. Так. Вот так вот, чпоньк. И тут у нас опять патроны. И тут у нас, наверное, да. Патроны. А. Давай. Давай. Все, энергия восстановлена. О, все заработало там. Это что же мне делать-то? А мне туда надо переть. Да, Айзек, подумай. А этот ветер, он нам ничего не делает? А, лопасти заработали. Они нас не засосут? Нет, не засосут. Тут самое главное... Чё? Кел, что ли? Я типа промахнулся? Так, вот гады, давай, давай. Следующий. Где этот? Я убил, что ли? Давай, чё? Бам, бам, давай. Где еще? Один вот этот. Где он? Я его убил, что ли? Он сдох? Нет, он не сдох. Давай валим отсюда. Да, вот. Давай. Давай. Ну. Две сто. Нормально, нормально. Здорово. Давай, раз. Вот так вот. И давай быстрее. Все, мы, наверное, на месте. Больше там... Ничего не должно нам помешать, да? Это круто. Так, тут мы вверх ногами сейчас. А теперь открывай дверку. Хотя в тумане в каком-то. Зона гравитации. Опачки. А где музыка стрёмная? Это что, все? Блин, я аж испугался, что-то не перезаряжается. Думаю, патроны, что ли, закончились. Думаю, да не может быть. Ну! Что, он заблокировал удары, что ли? Походу, да. Дождем, давай. Пока он там начнется. Давай. У тебя нет шансов с одной лапой. С одной клешней. А что с ним? Даже ничего не выпало. А, вот узел, наверное, от него упал. Вот для чего нам тут стази спихали. Ну и не только для этого. Сохранимся на всякий случай. На всякий случай. Так, сколько там у нас по времени? Нормально. Давай дальше. С этой стороны. Потому что его надо раздавить. У него рожа похожа на морду регенератора. Да ты, блин, нет. Ты мне мешаешь, ты в курсе?
Да блин. Давай. Мост не опустится, пока обелиск тут. Сейчас сразу продадим. Там мы насобирали чуть лишнего. А по-моему, еще в какой-то игре была функция продать все лишнее. Заяви и вот что ли, не помню. Так. Вот это вот. Так, это не надо. Плазменный резак. И накопим еще, получается, 3, да? Получается 8, 14, 20, да. 3. 3 патрона. 3 обоймы. Все. 8, 14, 20, да. На эту сторону переходим. Не закрывайся. Закрывай. Ой-ой-ой-ой-ой. Не то сделал. Так. Включаем. Что там происходит? А куда мы его тащим? Я что-то забыл. Родную планету. Ладно. Что там нас дальше ждет? Меньшая локация с силовым узлом. Ой, блин, что за звуки? Стрёмные. Смотрите, какая музыка заиграла. Прям вообще устрашающая. Наверное, этот Левиафан. Существо. Подожди, где-то тут силовой узел. А, надо было через эту дверь проходить. Блин, ну вот опять. Это какой-то силовой блок. Ну не силовой, он по-другому как-то называется. Иди сюда. Вот тут еще у нас есть что пособирать. 1200. Так, как они называются? Значит, эту... Так, стоп. Это у нас батарея резака, это силовой блок, да. И сюда. Так, поинкс. И на меня теперь. На меня, давай, газуй. Включаем. Ну, по сути, игра вроде бы достаточно длинная такая. Кажется. 12 глав, но во второй части их больше. Но длина игры, по-моему, не увеличивается. Так. Причем все игры одинаково длинные. Прохождению по своему. А, вот что было, закрывалась эта соседняя сломка. Ясно. Мне кажется, однажды мы здесь застрянем. Оп, ёп. Охренеть. Да. Мне показалось, или там один патрон нам дали. Офигеть. Так, по этой штуке могу ходить? Перебегать надо осторожней. Музыка заиграла. Что произошло? Бля, муха. Жопа, знаете почему? Потому что вот эти вот ноги. Нет. Охренеть. Стайс, конечно, не обязательно можно использовать. Ну ладно, все. Иди. 2700. Нормально.
Он сдох недавно. Так, ты еще бежишь. Так, тебя еще давай. Заряд, перезаряд. Сейчас еще кто-нибудь попрет, я уверен. Нет? Ну, ну, ну. Отлично. Перезаряжай. Теперь быстро, быстро тащи. Хоть тут все и заскриптовано. Неважно, сколько я буду, насколько быстро тащить, все равно определенное количество некроморфов вылезет, мне кажется. То, которое было запланировано. Давай, включай теперь. Так, включай, говорю. И шум стал, шум поднялся. Да, валим отсюда. Стоп, стоп, стоп. Она что, назад, что ли? Что происходит? Спасибо. Я всегда в тебя верила. Опа, а ты как там оказалась? Я знала, ты вернешься за мной. Мы одно целое, Айс. Мы одно целое. Прям как во второй части. Что-то сломалось? Ой, и текстура. Тело орбитальные захваты отключены. Тектонический срез освобожден. Столкновение неизбежно. Немедленная эвакуация из этой зоны. Из какой? Из планеты из этой? Откуда эти штуки? А, там. Отверстие, видимо, земля есть. Да? Как я тут карантин? Карантин, что ли, в этом, в этой точке? Ну ладно, ну ладно. Опа. Айзек, ты же не думал, что я вот так просто уйду, да? Я не могу это сделать. Я забираю обеих. Жаль. Ты мне начинал нравиться. Даже с учетом того, что ты чокнутый. Что, ты мне не веришь? Взгляни на себя. А лучше посмотри еще раз ту запись от Николи. Чё-то до конца не досмотрю. Айс, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Там все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Вы дурки. Тебе по-настоящему нужна лишь такая мелочь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Регина. Я любила тебя. Всегда. Любила. Это какая-то бессмыслица. Типа, я буду с тобой всегда. Прощай. Задание добавлено. О, музычка заиграла. Силовой узел. А, сейчас здесь... А, кстати, у нас карта есть тут? Да, сейчас мы... Тут у нас будет дымогаз. И... Так, а красный что это? Кстати, красный что это такое? Дверь? А, заблокированная дверь, может? Фиг его знает, ладно.
силовой узел, ящички. Все, что нужно для финальной битвы. Сейчас закупимся. Так закупимся. Я слышу, сейчас я выхожу уже на ринг. Да, ну, этот блок нам тоже нужен. Батарея, точнее. Вот это да, тут, конечно. Саживают нам. Уже места не хватает просто. Магазин тут должен быть, нет? Да. Так, это та самая дверь, которая была закрыта. Продаем сначала все. Большая-большая средняя стазис. Наверное, не нужно нам столько. Опять стазис. Плазменная энергия нам нужна. Лазер не нужен. Так, ты завались. Так. Отлично. Сейф, сейф, сейф. Так. Давай, где у нас? На максимум. Сколько у нас там остается? Я думаю, просто по аптечкам нам хватит. Ну, не нужны ли нам будут аптечки? Давайте еще... Средний. Сколько у нас средний? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, ну, вроде должно хватить. Плазменная энергия. Все. Красавцы. Итого у нас... Сколько у нас? Маловато аптечек, наверное. Ну ладно, шучу, конечно. Да. Куда нам сейчас всадить стазис? Да зачем он? Нам уже это не надо, в принципе. Не знаю. Давайте в кинезис. Все, уже досадим. И вот тут последний остается. На память его сохраним. Погнали. Икс мы качнули весь, по-моему. Так, а, ну да, нам же не влазить, чё я. Ну, ящиков тут много. О, чёрт! Чё это было? Ой, что это за баг сейчас? Артефакт какой-то. Что это? А ты говоришь, мы не встретимся. Прощай, говоришь. Теперь прощай. Да, как-то жестко, ну ладно. Так, что же это за музыка? Что она за собой предвещает? Мне уже очково. Давай, погнал. Бери баллоны. Да эта хрень просто придавила бы Айзека и все своей тушей. Ничего, нормально, давай. Будем жить, давай, бери баллон. Бери, говорю. Давай, бам. Да, есть уже одна, минуса. Че, куда стрелять? А, щупальца. Вторая есть, круто. Но у него еще он там, зарек, блин, за его каркасом что-то есть там. Давай. Не туда, не ту начал. Еще одну добить надо там. Ой, блях, трупа. Это заскриптовано, наверное, да. Давай, целься только. Да, одна есть, вторая, давай. Давай, пожалуйста, давай. Ну где прицел-то? Куда он? Бляха, муха. Куда? Я не увидел прицел. Перезаряжай. Ну давай же. Да ты можешь перезаряжать? Да. Блин, я куда-то прицел улетел, я даже не увидел его. Где резак? Рядом. Все на месте. Что теперь делать? А. Давай, чё, открывайся, не знаю. Ой,
нормально. Патроны, давай. Ну, что делать? Ну, давай. А, долбить надо, я просто не видел. Давай. Ну, показывай, открывай. Давай. Раз. Давай. Раз, два, давай. Еще третий, последний, наверное. Давай. Бам. Не попал. Четвертый, что ли? Да, четвертый. Все, открывайся, давай. Блин, ну угадал мне даже. Еще две осталось. Давай снова. Первый удар пошел, давай. Жду. Ну давай. Ах ты. Вроде не попал. Ну, с собой с места не хватит. Отлично. Боюсь врезаться в этот. В правую или в левую щупальцу. Места не хватит, и все. Так, еще последний. О, все, нормально. Ой, что теперь? Теперь он должен упасть. Только не на меня. Не на меня крупадить. Да, покатился. О, клешня осталась на память. Все, отправляемся. Вот сюда. Давай, беги за всех сил. Просто. Давай. Открой! Какая паника у него. Он не открывает. Зачем близко таскали? Ну ладно. Включи метеорит этот. Сейчас рванет. Не рванет, а врежется. Все. Ну, полетели к Сатурну на спутник Титан. О, наконец-то снял шлем. После такого и выпить можно. Не слабо так. Да. Глюки остались. Ну что ж, спасибо за тем, всем тем, кто посмотрел это прохождение. Хотя бы нажал на одну из серий. Значит, вместе с Кларком, Айзеком Кларком, мы прошли Dead Space, первую часть. До скорых встреч. Пока.